Из рук в руки передают знания и тепло. Волонтеры серебряного возраста научат воспитанников Центра помощи детям «Радуга» расписывать бересту, вязать, плести, лепить из глины и мастерить кукол. Бабушки и дедушки – участники проекта «Мудрость золотых рук». Все они освоили традиционные виды искусства обских угров в Центре народных художественных промыслов и ремесел. Теперь настала пора передать знания молодым. А 19-21 июня творческие лаборатории пройдут в школьном летнем лагере деревни Шапша.